вопросов правоохранительной деятельности. Выполнена значительная работа по обеспечению общественного порядка и безопасности на праздничных мероприятиях, хоть которых не было допущено нарушение общественного порядка. Продолжена работа по обеспечению физической устойчивости объекта повышенной опасности мест массового пребывания граждан. Основные условия дела были направлены на предупреждение фактов терроризма, экстремизма. И с уверенностью хочу сказать, что задача выполнена. За 2016 год на территории обслуживания отделом России по району Читан Северный город Москвы зарегистрировано 1415 преступлений, что на 6,9% больше, чем в аналогичный период прошлого года. В общем числе зарегистрированных преступлений отмечается рост преступлений небольшой тяжести на 124 случая, а также незначительный рост тяжких преступлений на 11 случаев. Рост зарегистрированных преступлений связан в первую очередь с ростом зарегистрированных мошенничеств. Мошенничество у нас увеличилось на 92,9%, это плюс 144 абсолютных цифр. Из них мошенничество общеуголовной направленности на 105%, плюс 153. За прошедший год удалось снизить количество преступлений средней тяжести на 7% и особо тяжких преступлений на 10,9%. Если говорить о структуре совершенного преступления в районе, то следует отметить, что благодаря повседневной профилактической работе удалось снизить количество основных видов структурных преступлений, таких как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью на 22%, изнасилование на 100%, скрываемость полная, кража на 5,3% от минус 41%, квартирные кражи на 51%, кража транспортных средств на 40,4%, на 23% меньше совершенно, карманных краж на 25,8%, грабежи на 30,5%.